От столичных празднований перейдем к местным. Сразу скажу, что корреспондентам программы «Саратов сегодня» повезло остаться целыми и невредимыми. Они работали и в Дубках, откуда вылетели самолеты, и у Ротонды, где позже десантники совершили прыжок в Волгу. И около Свято-Троицкого собора, на Музейной площади, где и был дан старт празднику. 2 августа в православии считается также днем почитания Ильи Пророка, покровителя десантников. В храме прошел молебен по погибшим и не дожившим до этого дня воинам. Помолиться пришли около 100 человек, действующие военнослужащие и офицеры запаса. После этого десантники под марш военного оркестра прошли до места проведения праздничного митинга у памятника Юрию Гагарину на набережной Космонавтов, где после традиционных поздравлений всех ждал праздничный концерт и показательные прыжки с парашютом с предельно низкой высоты.